За последние 5 лет, благодаря принимаемым заинтересованным службам, ведомствам и органам власти мерам, удалось ровно вдвое снизить гибель людей на водоемах области со 114 человек в 2010 году до 57 в прошлом. С 1 мая текущего года на водных объектах произошло 8 случаев гибели людей на воде, в том числе, к сожалению, утонул один ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в текущем году погибло на одного человека меньше.